Всем привет! Мы сегодня приехали на базар Чарсу из Кичва. Сразу вот заходим в национальный базар, где вот продают курпачи, платья национальные, вот такие вот курпачи, чапаны, такие вот плачки красивые. Смотрите, какие плачки для невест. Смотрите, это для невест. Какие красивые. Алекс, смотри, как красиво. I had this. Да, yeah, I want something for Camila like this. Мы хотим сестренке купить. Очень красиво. Very beautiful. Надо. Тебе what color you like? We can ask for what price. Assalamu alaikum. It's $16. 16. Хазы, ингрессинде гапрен, эл туристке саткен, исатыш. Хазер. Не чурге кверас, бизан. Это кайнаталары. Ам яшылы чыройлы экен, папасы. Очень красивые. Вот такие вот. Вот такие маленькие тоже. Кичкене кызчалыга йому, амнака? Ойо киемли. 6 яшлы кызлыга йому. Вот такие вот красивые, смотрите, для невест. Очень красивые, ручная работа видна. Тут у нас национальные чапаны для девушек. Вот, все для невест. Пять лет будет в октябре. Пять лет будет. Очень красиво. Это чапаны. Вот тут еще плачки висят. Тут у нас тюбетейки. Угу. Ой, это будет маленький форками. О, вот это лук. Очень красиво. Канча дам были? 200 тысяч за плачешка и за дупы. Очень хорошее. Пшту ранги с борма? Розовый. Пшту ранги ашко рады, да? Ой, как красиво. Очень красиво. Арзон рок бери, холоджан, опаджан. Узискасма. Накасамаш. Ой, красивый какой. I like with hair. Да. Торгуется муж мой. За 200 тысяч хотят вот дать нам платьюшко и дупы. Я на келам за холеджан. Рахмат. Я she gave this for free. 200 тысяч. 200 тысяч. 200 тысяч вот заплатить. И она в подарок подарила такой красивый дупы. Здесь вот чапаны разные, чайнамазы. Такой вот магазинчик. Приходите вот на Чарсу, находится Мли Базар называется. Все национальное продают. И здесь можно торговаться. Рахмат холаджан, кот таком базар из Неберсан. For them? А, small? Окей. Окей. Вот такие bags. Здесь кэш-теле продают. Да. Да. Очень красиво. Очень красиво. Сейчас хочу пойти посмотреть себе платьюшко дома одевать. Такие вот платья красивые, смотрите. Красота.
Маузым я караул манды, вот какой-то анака. Анака ку паплина материал. Да? Тоже красиво. Курсом болятым. Ма оккорас на курсе творим, тоже я оккорас анака масса паплимас. Вот это. Адрас. Брюзолк мушмитра, да? 160 тысяч. Вот, взяла костюмчик себе дома одевать, типа вот этого. А, говорит, что отдаст за 150 тысяч. Вот эти косплачки по 50 тысяч. Дома одевать тоже хороший поплин. Плачки еще.